Приветствую вас, Игнатий Тихонович. Я получила от вас координаты. Главное, что есть телефон и адрес. Так. Этого человека. Тут вот какое дело. Вы это нужно, чтобы дать по-английски. Он не знает совсем по-русски. Я все поняла. Так, я слушай внимательно дальше, что поняла, а кое-что я к этому добавлю, что не поняли. Это сделать сразу надо. И при том в нескольких местах. То есть сколько найдете у него там роликов, постарайтесь на каждый скинуть. Скажите, он ничего еще не знает. Его на каждом шагу будут обманывать. Это Россия. Я родился здесь. Мы... Так, слушай, не перебивай. Что тут обманывают на каждом шагу, от высшего до низшего. И скажите, мы единственное поселение на всю Россию сегодня, которое православное поселение, и все то, что он православный. Все до одного православные. Что в школе учителя православные, священник, и все не понарошке делается, а на самом высоком уровне, как только мы можем это делать. Дальше, у нас есть фермер, земля, прекрасная земля, вода. И защита для детей, лучшего воспитания ему нигде не найти. Везде будут смеяться, америкос, там, тем более черные дети его задолбят. Он не понимает, куда лезет. А здесь мы день и ночь все вместе и молимся. И тем более наши люди везде знают, в интернете все будут молиться, чтобы он нигде ничего не покупал. Потому что разные... Он что-то якобы, это нам только говорят, землю как купить, когда он не гражданин. Это же обман. Я с этого начала. Смотрите. Да, ты молодец, ты сказал. Вот это нужно сделать сегодня, и меня все время уведомляют, в каком виде это есть. И чтобы он по скайпу зашел с кем-то, кто по-русски понимает. Я буду с ним говорить по скайпу завтра, если он у него есть скайп. Да, если у него нет, значит, по телефону на него как-то выйти там. Ну, то есть вызовите его на себя, скажи, я живу в Америке и хорошо знаю Лапкина. О чем вам говорят? Другого места нету, нигде больше нету. Мы с основания на пустом месте по-православному. У нас хорошее отношение с властью. Сейчас вопрос решается о земле. Мы сами своей силой дороги там делаем. Все ему расскажи. Скажи, если ты где-то там, как говорится, вляпаешься, тебе не вылезти. Вот они приехали на Востоке, там сделали, построили. Какие староверы бросили, приехали сюда и строятся где-то отдельно. Отдельно они незащищенные. Фермеры у него будут там разгораживать скотину, запускать, поджигать. Здесь и вместе. Посреди деревни, кажется, будут продавать дом. А там, где будут строиться, средствами мы не можем помочь. Но и советом, и делом, и где что купить, и когда фундамент заливает крышу, мы все вместе собираемся. То есть доведи до него так, чтобы, если серьезный мужик, ты вникни в это, посмотри, что эти люди прошли все эти метарства. Какие у нас были беды здесь. Все позади уже. Это мы 27 лет уже позади. К ним приезжают архиереи. Вот здесь в городе у нас, как скажем, можно на зиму хочешь на заработки поехать. Но когда скотина будет, не до этого будет. То есть додолби до него, что ты приехал в Россию, где... Это не думай, как вот у нас Березовский, знаете, этот был? Знаете, который убили. А тут был генеральный прокурор России Скуратов. И он говорит, Боря, а ты еще в Израиль не поедешь, если еврей? Он говорит, ничего себе. Проснуться, говорит, утром и знать, что тебя 7,5 евреев желают обмануть, говорит. Здесь, скажи, безобманно. Что тебе дадут, продукты, это все бесплатно. Мы его сразу возьмем на свой счет. Скажи, я вот столько лет начальник детского лагеря, ребятишек я сразу беру бесплатно содержать. Тебе нигде даже процента не будет того, что здесь есть. То есть доведи это, возьми себя как для родного дитя. Я тебя знаю, почему к тебе обратился. Все, говори. Я вашу историю, весь ваш путь я прекрасно знаю. Да. Слава Богу. Только никак не, до вас не доберусь реально. Вот, значит, пока не время. Одним словом, прежде всего... Я очень недоверчиво отношусь к его желанию переехать в Россию, потому что здесь, к сожалению, люди вот такого христианского порыва, я посмотрела его, он проповедник, вы видели? Да. Он проповедник, он никакой не православный, он проповедник в какой-то протестантской церквушке, только и всего.
Поэтому у меня сразу недоверие. У нас очень сильный фанатизм, вот протестантский, где все это переходит и в ересь. Ну, не хочу об этом говорить. Много негативного. Поэтому, прежде всего, мне хочется лично, действительно, увидеть его лицо, поговорить с ним, так сказать, пощупать, кто он как человек и как, какого уровня религиозного, и откуда у него желание к России, информация, откуда пришла на Россию. Мне понравилось только одно в его оценке, что он здесь чувствует огромный контроль и зажимы в его воспитании детей. Здесь действительно нельзя ни частные школы, ни домашнее образование. Здесь только государственное образование, чтобы государство делало нужных государству людей. А он протестует. Это мне понравилось у него. Но, конечно, то, что он нашел какого-то Андрея, вот в вашей статье, как одно имя, только Андрей, который помог ему купить эти акры, гектары гигантские, это вот уже пахнет авантюрой. Поэтому я у него и это узнаю. Вы больше ничего не знаете, да? Ни про Андрея, ни про какого-то... Я никого не знаю. Только ему нужно, что тебя обманывают сейчас. Гражданство получить, главное, это гражданство. И тут тебе помогут, потому что у нас были, которые оформлялись. Ты скажи, не торопись сейчас, вот слушай, что вы ему скажете. Желательно, чтобы он на вас вышел. Поговорили с ним. И далее скажите, с вами разговаривает верующий. А он сказал, он много искал и остановился на православии. То есть я, говорит, крепко православный. И как они одеты, ты видела, нам это все подходит. И ты скажи, посмотри ролики, какие я выставляю вот о нашем православии. Ты посмотри. Тебе скажи, ты будешь где? Ты все время на отшибе. А где среди людей будешь, я каждый день воровать будут. А там тебя разрушат просто. Ты скажи, главное подумай, а тебе говорят, говорят от имени верующих, и я, скажи, их знаю не один год. Вспомни. Я хочу действительно прочувствовать этого человека, насколько он не больной. Вот здесь бывает такой фанатизм, загибы. Хорошо, если именно с ним познакомиться в плане христианском. Да, Хотел, конечно, это далеко. Он живет в самой середине Америки, это очень далеко от нас. Это где-то Миссури, это на Миссисипи, очень на, к югу ближе, я поняла по адресу. Возможно ли встреча, не знаю, здесь. Но если он мне будет симпатичен с вашей точки зрения, так сказать, если вы мне доверяете... Доверяю, полностью доверяю, сразу. Так, спасибо. Если, в общем, он мне будет симпатичен, и я узнаю больше вот его, так сказать, порыв, не просто порыв, а еще реальную ситуацию, документальную и финансовую, то, может быть, мы будем как-то войдем в более... Все-таки, может быть, встретимся каким-то образом. А может быть, даже если он будет симпатичен, и на одних словах, одних слов вам будет недостаточно, может быть, мы с ним к вам и приедем. Вот это было бы здорово. Я вам приходит повезу. Да, на этих порах. И притом ты, если поедешь, скажи, что не скоро домой вернешься, чтобы тебя не терепали здесь. Ты останешься здесь, пока у нас поживешь. Ну скажи, весной надо рано, и в любом случае, семена хорошие, чтобы брал. Скажи, а остальное все здесь можно найти. А чтобы хорошие семена кукурузы, все посеял рано. Чтобы земля была уже. И сразу начать оформление. Сейчас уже оформление гражданства. А как его оформлять? Что вы? Это вот вопрос. Я себе-то никак не могу оформить много лет. Ну оформляют. Это и есть. Тем более он стал известен, и говорят, и там о Путине он высказался, там что-то. Так, там можно как-то это показать. И скажите, деревни наши, ну скажи, 10 дворов. 10. Больше не надо говорить. Остальные ну, там такие вот. И скажи, это с самого начала, и ты в основании идешь. Ты вот сейчас с кем разговариваешь, и все стараются тебя, может быть, обмануть, которые есть. Ну, на практике мы знаем. Здесь, скажи, этого нету. Здесь поселяется кто? Кто не лжет, доказывает, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот, скажи, 5 качеств, и мы первый разговор. Скажу, ты соответствуешь? Чтобы женщина была все время в платке. Без платка она не может ходить у нас, ни маленькой девочке. Дома как хочешь ты.
А в храме, скажи, покажи, скажи, посмотри на его ролики, на наши, как в храме стоят. Там сама набери что-нибудь, скинь ему, скажи, посмотри, даже не понимая. Ты поймешь, что больше такого... Прекратите их. Прежде всего, мне хочется узнать, кто он, потому что именно к нему еще некое недоверие, может быть, некий фанатизм, непонятно. Поэтому мне хочется понять, кто это и почему у него такое рвение. И потом я, конечно, буду вам сообщать все. Так, бывает, выезжает с одного места на другое, потому что неуживчивый характер, и он там, он думает, уеду в другое место, я буду другой. А он не будет другим, как один монах. 13 на острове, 7 за него, 6 против. Он на другой остров переехал, а там уже 7 против, а 6 за него. И он понял... Скажите мне... На глаза посмотри, на глаза поговори, с женой поговори. Да. И дай только понять, абсолютно точно, слушай, Лидия, дословно ему передай, скажи, такого больше нигде нету. Все православные к тебе относятся как к брату, больше ничего не надо. Ты скажи, все своими глазами увидишь. А Лена, жена его, она преподает здесь английский язык, хоть не сильно знает, но в школе. И школа своя, скажи, тебе не надо дома будет учить, здесь учителя свои. Верующие. И все на это государственные учителя. Они зарплату получают. У нас все зарегистрировано, все по закону. Мы нигде не нарушаем закон Российской Федерации. К нам очень хорошее отношение властей. Ну, не считая там за что-то, там за лагерь на меня там были. Но и то пока еще не улажено. Знаю всю вашу историю, все знаю. Ну вот я ему сказать, чтобы он не так, я приехал, а меня сказать, чтобы он там... Ну, на кого-то вывел из своих, чтобы о нем кто-то дал характеристику. Скажи, есть у вас такое, кто-то живет рядом с вами, можно поговорить или нет, по-английски? Скажи, мы тоже должны узнать, кто вы. Вот мы открытые, скажу, у меня 13 400 роликов, что мне не узнать-то? У меня и собаки, и воробьи, все ты видишь. Я вот этот ролик выставлю, и вы в конце там сделаете под роликом по-английски ему. А ему скажи, вот мы разговаривали, вот смотрите, он разговаривает на меня под этим роликом. Я его сегодня уже выставлю. И вы под ним подробно о Потеряевке расскажите. Я еще кое-что вам буду скидывать. Игнатий Тихонович, я о Потеряевке знаю, может быть, 99%. У меня все-таки к вам вопрос. Где вы его нашли, откуда у вас эта информация о нем? Значит, было прошлое воскресенье, ко мне подошла Надежда, Муха Савинцева, фамилия девичья, и она говорит, вот такие-то приехали, это в печати, она из печати взяла. Я нисколько не обратил внимания, ну, мало ли, их приезжают тут и уезжают. На нас не вышли, протестанты тем более, у нас только православное поселение, православное, так зарегистрировано уже, на старинных, скажи, на старинных благочестивых обычаях. Вот, ну, а тут... Володя пришел, а она на него скинула материал, это Надежда-то, Александровна. Да. А тогда он мне дал, я стал смотреть, гляжу, как одеты мне понравилось, какая борода у него, вот я внешне так глянул-то. Стал читать, ищет православие, много занимался политикой, не тот, который до него там приехал, один все ха-ха-ха-ха, протестант какой-то, видно, 50-ический, это без смеха. Бесовщина. А этот нет, этот серьезный, считает Евангелие, то, что мое. Я его как брата сразу увидел. Мне захотелось даже обнять его, прижать к себе. Да, да, да. Я очень и очень прошу вас, все это переведите, чтобы он увидел, что вы знаете английский. Даже если что-то у вас недостаток, кому-то дайте проверить, правильно ли перевод. Чтобы ошибки никакой не было. И чтобы он вышел на вас и через вас мне передал. И сфотографировался, он сейчас в Америке вроде бы, на своем месте, что у него есть, как и показал. Скажи, мы тебя принимаем как брата уже. И чтобы нам не было, так говорится, шило в мешке. Да, да, да. Есть. Все, задание приняли. Так. И как только будет первая информация, я вам тут же все сообщаю. Так, вы себе запомните, ко мне сразу в письменном виде под скайпом, и я выхожу, и все видео буду выставлять. А ему скидывать, и он чтобы увидел. Мало того, вы в конце еще по-английски что-то скажите сейчас ему. Несколько конечно. Предложений там напишите, и лучше сказать. Пару слов скажи ему. Говори. Я повторяю, прежде всего, я хочу понять этого человека, глубину и серьезность его помысла. Да. И когда это будет, тогда уже я ему буду
о вас рассказывать и посылать фильмы с переводом. Обещаю. Так, теперь ему скажите, у вас дети подрастают, вы должны об этом подумать. А здесь-то мы в городе свои, и принять есть где, и походатайствовать и другое. Там вы никому не нужны, вы чужой, совершенно чужой, америкос, как зовут их. Где его обмануть? Потому что это долларовые мешки, а тут бедные, все пропили. А у нас наоборот, мы стараемся свое последнее отдать. Да, да. Все понятно. Все, ну, поняла. Спаси Христос. Начиная над роликом сейчас. Я не прибавляю к нему, не прибавляю. Не против, что я выставляю это? Скажи мне. Да, пожалуйста, это ваш стиль. Я знаю. Да, все. Мы желаем блага. С Богом, дорогая. Да. Ну, до связи. Так, отцу Александру Меню в вечности да воздаст Господь, что через него мы познакомились с вами. Слава Богу за все. Аллилуйя. С Богом. До встречи. До встречи. До встречи.